Здорово, ребята, я пригласил Анюшу в гость для того, чтобы мы нашли мне парня в Брукхейвен. Да, и кто как няня знает, как нужно переодеваться. Да, поэтому Аня мне сейчас сделает такой охеренный лук. Это, кстати, лук из прошлого видео, где мы с Аней переодевались. Кто его не смотрел, обязательно посмотрите. Мы сегодня, Аня точнее, будет делать так, чтобы я выглядел презентабельно, чтобы я мог зацепить какого-то парнишку, да. Ну, я не знаю, ты понимаешь, что как бы ты меня в девочку должна превратить, да? Да, это значит, что тебе надо стать скином девочки. Это мы умеем, потому что Аня всегда это делает. Она всегда мне меняет скин на девочку, поэтому все нормально. Так, ну что, переодеваемся и погнали. Итак, незамысловатым движением я превращаюсь в girl. Ну, правда, не в качиху какую-то сейчас, а мы сделаем reset, и вы сейчас все увидите. О, посмотри, какая прелесть. Правда, моментально все вещи стали больше, значит... Мне кажется, твои подписчики знают этот скин уже лучше, чем твой. Да, да, это правда, кстати. Так, убираем. И, Аня, давай. Мне нужно, чтобы ты помогла мне быть обворожительной женщиной, чтобы, чтобы ты, короче, был яркий, привлекательный и все такое, да? Да, давай. Ну что, погнали? Рассказывай. Заходим, значит, в женскую одежду. Если Влад у нас девушка, то будем одеваться в женскую одежду. Надо сделать Влада супер, я не знаю, какой-то няшкой, вот. И я хочу, чтобы все парни были, чтобы они деньги еще давали. Как нужно выглядеть, чтобы за меня все платили и покупали мне? Ща мы тебя оденем. Я считаю, вот такая прическа должна быть. Да это уже какая-то подруга здоровья. Вот, ну так ты сказал, чтобы деньги давали. А, ладно, ты в буквальном смысле все приняла, я понял, хорошо. Так, и нужно какой-то типа выбрать топик, да, какой-то классный образ в итоге. Может быть, вот такие джинсы можно выбрать. Тут, видите, типа такой намек сердечко. Как ты из всего этого дерьма вообще нашла сердечко? Объясни мне, пожалуйста. В смысле как? Ну это вообще как-то смешно. В смысле? Ну это такой намек, что ты ищешь любовь. Я понял, ладно, я имею в виду, как можно было это все найти? Нет, я случайно на эти джинсы кликнула, там сердечко было. Понятно, хорошо, все, вопросов нет, все нормально, все принимается. Так, так, и нужно выбрать какой-то верх, потому что у нас сейчас какая-то бомжовская кофта. В смысле бомжовская? Это вообще-то рыцарь, кинг, король. В общем, не для привлечения парней. А, ну да. Да. Не супер красиво. Да, уже цепляет какого-то, видишь? О, уже подошел. Да, вот. И видите, и тут написано cute, то есть то, что означает милая. Да. Ну вот милая. Лицо какое-то тупое, можешь нормально поставить? Я лицо сейчас поставлю тебе. Забрали уже. Сразу забрал. Все, уже домой повез. Это означает что? Это означает, что я справилась со своей задачей. О, уже домой, все. Слушай, а будет это предлагать раздеваться или нет? Так, это уже... Тебя выгнали. Он узнал мой подвох? Тебя заблокировали. Он узнал мой подвох? Тебя заблокировали. А, это не он. Он не к себе домой тебя привел. Он опять за тобой бежит. Прикинь, к жене домой притащил другую бабу. Он опять за тобой бежит. Она говорит, ты кого домой пригласил, придурок? А там вот это я красивая, прекрасная, да? Замечательно. Сейчас, он, наверное, тебя похитит. Он, наверное, тебя похитит сейчас. Я не знаю, что... А, все, Влад. Бабник вонючий. Пошел в жопу. Это значит, недостаточно хороший скин был. Ща, да, ща, мы ж не доделали. Вот такое лицо. Я люблю чупа-чупсы сосать. Но, блин, глаза не важно, потому что ты будешь супер какой-то крутой, и у тебя будут очки. А у меня будет очко? Зачем я здесь? Так. Как-то, чтобы очко было больше. Итак, я считаю... Итак, ребята, нужно, может быть, выбрать какую-то шляпку, чтобы было так вот, ну, чтобы это... Шляпка тоже имеется, кстати. Нет, ты как будто на Гавайи. О, я считаю, а вот это что за любовь? О, идеалити. Идеалити, понимаете? Понимаете? Ну и сумочку, конечно. Какая женщина вообще без сумочки? Да, рюкзак вот этот, походный. Нет. Военный рюкзак. Мы сейчас, так, выберем тебе вот такой рюкзачок. О, все. Видно, что человек в поисках любви.
любви. О, слушай, да это уже человек-любовь, понимаешь, они в поиске. Все, я считаю, что идеалити. Ну, надо тогда проверять. Спасибо. О, тут смотри, тут второе сердечко. Да? Да. Все, спасибо тебе большое, Анечка. Стой, наблюдай, как я кадрю парней. Я тебя научу, как это нужно делать, чтобы ты прекрасно все чтобы понимала. Чтобы я тоже кадрила парней. Итак, ребята, rule number one. И найти парня. Походу, все разбежались. Да, походу. Так, надо найти. Сейчас мы найдем парнишку, который вот видно, ищи что... с квартирой. Он... Да, видно, что... Нет, с домом лучше так. С домом, с домом. И с машиной. Вот смотри, какой-то мерт. А ну давай сейчас мы к мерту придем. Там вообще никого дома нет. А вдруг он живет в общаге. Надо позвонить. Он в общаге живет. В смысле в общаге? Потому что это общага. А, да, точно, это общага. А сейчас, может, кто-то придет, не? Черт. Так он в общаге тебе с домом надо. Ну, может, он это пришел зачекиниться просто, знаешь. Если это rule number one, то это такое себе rule. Ну, rule number one мы просто найти не можем. Искать тебя из общаги. О, ладно, давай опять. Тебя заблокировали тут. Да это Виктор. Почему Виктор меня заблокировал? Виктор. Короче, я считаю, что мы должны сменить сервер, потому что здесь парни отстой, нам нужно найти достойных мне мужчин. Итак, господа, я уже на другом сервере, и тут есть полицейский, господин полицейский, замечательно. Сейчас мы с ним поговорим. Сейчас ну, мы с он ним. Машину свою бросил. Бросил и бросил, нам-то что? Машина уже есть, уже хорошо. В бедро стреляет. Вроде не стрелял никуда. Нет, не в бедро стреляет. Тебе? Да. В смысле, у тебя что, аппендицит? Да, в бедре. Ну, а что там, я не знаю, бедрецит у тебя? Подожди, а куда нам ехать начина? Да, давай этот, все, нету никого. О, какой-то араб. From German. Или какой это German? Это вроде Испания. Или, вообще-то или... Испания другой флаг. Ну тогда я не знаю. Ну, German, наверное. Нет, German тоже другой. Алло, здравствуйте. Вам женщина не нужна? Он вообще военный, он тебя бить будет. Почему? Потому что все военные бьют. У военных есть вообще-то пособие. Вот, и поэтому есть, если он умрет, я получу деньги. Поэтому все нормально. Так. Ты будешь жить, в бедро стреляет. Кого? Да еще никто нас не увидел, Аня, успокойся. Да. Все нормально. Еще никто, еще панику не у меня стреляет. Так, тут его нет, никого нет. Никого нет дома, блин, что за говно? А, может быть, здесь? Видишь кого-нибудь? Ну ты что? Что за сервера какие-то нищенские? Вижу больше, чем ты? А что вот о, это? О, тут вижу какая-то. О, ля, это, кот. Это девчиськи. А, это девчиськи. Девчиськи, да, нам девчиськи. Не нужна. Ну, девчиськи. Low Light Price, Ава. Так, понятно, ничего интересного. Следующие кандидаты. Хацусуя. Одни бабы. А, это та же, подожди. Нам сюда не надо. Подожди, кто-то вернулся или показалось? Теодор. О. Теодор, даже имя какое великое. Это по-любому испанец, я тебе отвечу. О! О! Адам Кинг, я твоя если, королева. Если я иду дом... к тебе. Это значит, что он достоин меня. Так, идем. Давай, сейчас мы придем к нему. А ты достоин его? Кто у него спрашивать будет? Погнали, дверь открыта? Закрыта. Так, звоним. Адам Кинг, давай, выходи, родной. В смысле не сидит? У тебя что, в глазах пробки? Нет, говорю, телек включен, значит, он дома. Может, он включил и ушел? Нет. Я надеюсь, ну, что ну, ты же нет. лучше знаешь. Я надеюсь, что нет. Я думаю, тебе лучше пробраться в его дом. Да? Да. Типа, не можешь найти, возьми сам, да? Да, если гора не идет к Магомету, то... Хорошая поговорка. Вообще-то не обязательно тут. Но... Можно было просто пробежать и зайти через бассейн. Да у него двери закрыты, а, точно. Видишь? Он да, же... все. Ну, можно вот телек уже посмотреть, значит, замечательно. Ну так бегай по дому его ищи, а не телек смотри. Тихо, подожди, еще. А прикинь, он обрадуется, когда он меня увидит, да? Ты никого не смог еще себе найти. А ты прикинь, он как обрадуется, когда он меня увидит, да? Я бы сюда не уверена. А брат, может, он в душе жопу моет? Нет. Так. На второй этаж. А может, он в спортзале? Может, он качок? Давай, сейчас узнаем, кто он там. А может, он вообще в секретке? Подожди. Не, отжимайся давай, раз. Давай. Готовимся перед приходом Адам Кинга. Привет. Смотри, он здесь бегал. Дверь открылась у тебя от секретки. Уже закрылась. В смысле открылась? Уже? Сейчас, уже. Погоди. Ну иди, открылась. Секретка не работает. Ну потому что это же не мой дом. А, точно. А что у тебя открылось тогда? Что у тебя бедро стреляет, у тебя секретка открывается какая-то. Бедро стреляло. Что-то. Наверх иди. А, ну и второй этаж. Адам Кинг, добрый день. Тамком, ты походу тратишь время. Почему? Ты никого себе не нашел, кроме только того, который тебя к жене привел. Нет, не волнует меня. Вообще абсолютно. Тебя уже тогда похитили. Да, если его нет дома, значит, единственным правильным решением, которое я могу воспользоваться в данный момент, как-то вот там про Магомеда и гору говорила, да? Я также считаю, надо поступить нам. Так, он тебя только заблокирует. Да откуда он знает вообще? Его нет дома. Потому что ты познакомиться не успела, уже бабки воруешь у человека. Его нет дома, значит, я ему не нужна, значит, я забираю свое приданное, мне похеру. Какое приданное?
приданное, приданное. Говорит, вообще-то, если что, приданное дают невесты. Ну вот я забираю невесту, забирает обратно. Вообще-то ты должен давать приданное. Я обратно забираю его просто. Так ты его еще не отдал. Откуда ты знаешь? Откуда я его могу знать? Тихо. Момент истины, не шумите. Опа, Адам Кинг, все, понял, бомжиха ты. Все, я тебя наш... Так, проблема. Проблема. Влад, проблема. Тебя заблокировали. Нет, кто меня заблокировал? А, это ты выпал. Это я выпал. А, ты не можешь вылезти. Меня не заблокировали, меня забаррикадировали. Тихо, сейчас. Тут, походу, новая система блокировки от воров. В одну сторону можно, в другую да. нет. Не работает мне такая система, не нравится. Попробуй просто в стену. Сейчас, погоди, сейчас все будет. Главное, чтобы он не пришел. Как только он придет, это значит, что все, беда будет. Да какая беда, если ты и так своровал деньги? Я застряла. Короче, что могу сказать? Он лох, я отобрал у него все деньги, мне ничего не сделать, все, я пошла тратить их.